ты туда побежала. Давай, берись вот за эту ручку, буду тебя чуть рулить. А я за эту. Берись вот за эту и немножко на газ нажимай. Бери вот за эту. Нажимай. Не так. Себя. Потихонечку, сильно не жми. Ну ты поняла, да? Чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь. Ну, не сильно, не жми. Потихонечку едь. Давай. А ты рулишь? Я рулю, помогаю. Ну не отпускай одну руку. То же самое, что на самокате. Только чуть-чуть. Надо передачу включить. Что, не газуй? Не газуй. Что, ты газуешь? Я забываю. Я забываю, что здесь никак в вожаке скорости. Давай, держи газ. Блин, забывай, какую скорость. Сильно не газуй. Стараюсь. Ты тоже здесь придержи, я не понимаю. Тормоза. Да, вот на рулю один, а справа. Нет. Ну, у нас не такая скорость, что ты тормозами пользовался. Есть. Я же всех по кусты меня обцарапали. Меня уже... Держи а руль двумя руками, хорошо, держи. Побежали, Ванька! Смотри, по камнишку объезжай. Не газуй сильно, а то на песке можешь завалиться, или не асфальт. Давай, давай. Дочка едет сама за рулем, вообще ништяк. Чуть придерживаю. Вон на нашей башке камера видна. Я забываю, что я на газу? Да, да, не забывай. А вот на некоторых самокатах вот такой газ стоит, как у тебя, наверное. Да, кстати, я тут 20 тысяч. Ну, там где нужно выдать. А Ванька там дышит. Дышит, на дорогу смотри. Сильно на руку заедет. Не равен. Ну ты держи руль сама. Нет. Мы еще попадаемся? Попадаемся. Держи. Прямо, потихоньку. Кашки объезжай. Стараюсь. Ямки тоже. Стараюсь. Ты тоже дорогу смотри, ямки объезжают, вот едешь по всем ямкам. Ты тоже помогай, я может туда, блин, помогу. Ну, значит завалишься и будешь лежать. Я не хочу. Амортизаторов задних нету, можно сказать. Пустые. Прям скрипят ужасно просто. Давай я развернусь. Я разворачиваю. Сейчас, куда? 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 Ванька! А я хочу... Бери, руль. Держи руку крепко. Ты рулишь сама теперь. Смысл, пожалуйста. Смотри, не отпускай ни в коем случае руль. Я знаю, что это. Ты рулишь сама. Еще меня везешь, не забывай. Я без тебя не поеду. Давай, давай. Я держу твои руки.
тут мы детство все катались. На разных велосипедах, мотоциклах. Минский был у меня. Был Восход 3М. Как скотч. Руль держи. Блин, тут трава. Амрила, если спрыгнешь назад, я тебя прибью. А ты как останавливается, да? Он будет ехать. Реально? Мне так же здесь газ, если бросишь, он не остановится. Он будет дергаться, дергаться, пока не заглохнет. Надо будет сцепление выжать, он остановится. Я управляю? Да, на авто, я стою, держусь тут. Тихо, ты не виляй так сильно. Не разгоняйся, там проволока. Руки дай, забирайся. Давай еще раз, наращивай. Наращивай. Интересно, где-то ее включил или нет? Давай заднее колесо поставим вот здесь. Держись крепко за руль. Он даже вдвоем встанет, держись крепче за руку. Давай еще раз. Ой, вообще он встанет прямо. Вот тебе элфна. Ты куда? Вдвоем встанет. Нечего делать. Ну что, все, домой? Да нет. Там же проволока. Вальду не задаю, пожалуйста. Давай, разворачивайся, еще кататься. Да сейчас, посмотрим. Пускай отдохнет чуть-чуть. Давай. Не надо. А где двигатель? Вот. Ну как тебе на заднем колесе? Ништяк. Не снимай. Сейчас посмотрим, что. Ну, в общем, вдвоем на заднем колесе вообще, ну вот. Газку подкинул, сцепление бросил. И вдвоем на заднем колесе он поднимается, нифиг делать. Вот с таким моторчиком. Пишите, кто знает, сколько он кубов. Вон, верхний вальный или что он там? FF. Папа, а вон 49,9. Вон 49,9. Сейчас покажу, что он. 50 кубовый мотор. Вот вдвоем стантит. Сейчас покажем. Вот под этим проводком. Вон 49,9 кубов. А там грязная табличка. Он стантит вдвоем. Вообще ништяк. Такой грязный, что вот здесь амортизатор такой? Не работает, карбюратор вот такой. Что это за штука такая? Вот это. Четырехтактный фильтр, пробег в нем 8000. Это мы, ну, сука, нагоняли? Это не мы нагоняли. Не мы, конечно. Кофр стоит. Мы на километр нагонялись. Ну, подушатанный, ну, зато он едет. Смотри, здесь даже с ключом. И, вот. А так не открыть никак. Опа. Сейчас немножко отдохнет. Ну-ка, горячий двигатель, нет? Ну, такой градус он может под 70, наверное, есть. Двухтактник бы уже нагрелся бы